Печальная статистика. За время проведения АТО уже погибли 147 украинских военных. Ранения получили 267 человек. Такие данные сегодня привели в Министерстве обороны Украины. И сегодня в Луганске начался обмен погибшими. Ради этого в городе объявлено временное перемирие между террористами и солдатами украинской армии. Местные жители рассказывают, видели, как днем к зданию, захваченной террористами обладминистрации, подъезжали грузовики. Из них выгружали тела погибших. На фотографиях, которые Луганчане размещают в соцсетях, десятки крышек от еще не закрытых гробов. Среди них тела 49 десантников, погибших в ночь на 14 июня.